уверенностью можно сказать, что Урал 4320 является наилучшим олицетворением армейских грузовиков. Примечателен тот факт, что конструкция его переднего моста является уникальной, так как подобное не встретишь больше ни на одном другом грузовике. У трехосных машин других марок редуктор имеет форму шара, в то время как у Урала данная деталь совершенно иная. Казалось бы, всем военным грузовым машинам нужно быть максимально схожими, но Урал пошел по иному пути. Интересная особенность мостов трехосного Урал 4320 заключается в том, что их редукторы имеют проходную конструкцию. Это значит, что при разработке данного узла инженеры предполагали в дальнейшем наращивание осей вперед. Это действительно так, ведь последующие модели в производственной линейке имели 4 и 5 осей. Кроме того, проходная конструкция мостов обеспечивает машине отличную управляемость и маневренность. Также стоит отметить и высокий дорожный просвет Урала, чем он также отличается от аналогов в своем классе.